я не смотрел, мне как-то эти поправки, это скорее всего для себя делают там. Нет, не слышала. Знаете, в основном об этом слышит мой муж. Он об этом всегда все читает, он это все знает. А я занимаюсь детьми. Нет, не вдавался я в подробности. Приветствую, рад. Значит, как бы я хочу, чтобы оставалась страна такой, какую мы сейчас ее получили. Пенсионная, как обычно, экология наша, животные. Все вроде бы. Слышал, да. Важны это поправка о приоритете национального законодательства над иностранным. Поправка, наверное, о защите русского языка. Ну, я хочу, чтобы за. Чтобы Путин был президентом. Просто он и все. Больше никого не вижу на должности. Отрицательно. Потому что засиживаются. Вы не заметили тенденцию, что с каждым годом сейчас стало все хуже и хуже? Наверное, это неправильно. Нужно, чтобы была у кого-то возможность другого человека попробовать эту должность. Резко отрицательно отношусь. Потому что власть должна меняться, иначе будет застой. Сколько живем, чтобы знали, ни одного, никогда, дети. Я много президентов пережил везде, но это человек, который заботится, бережет. И мы гордимся. Нет, я считаю, меняться. Всегда дорогу надо давать молодым, чтобы новое мышление, новое... Я считаю, это хватит уже, сколько лет можно. Поправка о сроках и обнулению здесь спорно, да? У меня очень такое двоякое мнение, может да, может нет. Очень похоже на то, например, я так считаю, что наш президент, его, скажем так, основной конек, да, его сильная сторона, это вот отношения с внешними партнерами, как он называет их, да. Я не могу сделать однозначный вывод, что взят ли действительно курс на восстановление полного суверенитета или нет. Но в то же время я вижу, что однозначно там вся внутренняя политика, вся экономика, она, условно говоря, на заклане, принесена в жертву. Поэтому у меня, знаете, так, достаточно внутреннее спорное ощущение, да, что если да, курс на восстановление суверенитета взят, идет действительно, там может быть, там и все получается, у него идет там борьба, тогда да, наверное, стоило бы согласиться с этой поправкой. Но есть признаки, да, которые говорят мне о том, что он не владеет полнотой, скажем, не контролирует в полной мере ситуацию. И за счет этого как бы, у меня есть внутреннее как бы, нет этой поправки.